Сотни тысяч людей вышли сегодня на площадь Тахрир в Каире. Противники действующего президента Египта обещают устроить марш миллионов. Сегодняшняя акция стала крупнейшей за все время протестов. Требование остается неизменным. Хосни Мубарак должен уйти. Подробнее в сюжете Наны Плиевой. Такого Каир не видел за всю неделю протестов. Сотни тысяч египтян собрались на так называемый «марш миллионов». Протестующих воодушевило обещание военных не применять силу против мирных демонстрантов. Противники Мубарака называют сегодняшнюю акцию решающим боем за перемены. Они говорят, есть один выход – президента в отставку. Лучше жить в пустыне, чем при таком бесчестии. Он должен убраться из страны. Нам нужна свобода. На улицах египетской столицы сегодня впервые появились и сторонники Хосни Мубарака. Правда, не такие многочисленные, как противники. Многие опасаются столкновений и кровопролития. Армия остается единственной силой, которая хоть как-то контролирует ситуацию в стране. Улицы перекрыты военнослужащими. Танки и бронетехника, а также специально выставленные блокпосты затрудняют перемещение. Закрыты главные магистрали, ведущие в столицу. Не ходят поезда. Между тем, тысячи добровольцев по всей стране сдают кровь. В больницах остаются сотни пострадавших в ходе акции протеста. И крови на всех не хватает. Долг каждого египтянина – помочь тем, кто пострадал во время демонстраций. Эти люди стояли на нашей стороне. Они пострадали, пытаясь защитить наши права. Это самое меньшее, что мы можем для них сделать. Дефицит испытывают не только больницы. В египетской столице перебои с продуктами питания. В некоторых районах за хлебом стоят длинные очереди. Между тем, компания Google придумала, как утолить информационный голод. Сделать запись в микроблоге Twitter теперь можно при помощи обычного телефона. Достаточно набрать международный номер и отправить голосовое сообщение. Нана Плиева, Ливан Георгадзе, канал ПИК.